А мог бы карточку показать. Ой, как Уэлбек ускоряется. Он еще не вошел в штрафную на входе. Сам он играет на жиру вне игры, по-моему, нет? Нет вне игры. Похоже на вне игры, но не было. Месут Озил. Посмотрим, но здесь здорово просто сыграно. И это был, собственно говоря, Жиро. Он уже пытался один раз так пяткой сыграть. Поднимает голову Уэлбек. Он понимает, что Жиро, скорее всего, подстал. И вот ну, на одной линии. Если у вас есть сомнения, трактуйте их в пользу атаки в такой ситуации. А то все Эриксен да Эриксен. Вот она, подача опасна. Ой, Оспина. Ой, Оспина. И все-таки Кейн. Но какой же мяч вытащила спина? Какой? Ой-ой-ой. Вот это то, чем сильны латинские вратари и гранадени. А Кейн потом уже расстрелял ворота. На Кейна. Ну и получается не всегда все. Получается не всегда все. И это касается любого человека на свете, кроме вот этого. Вот ситуация, в которой Давид Оспина ну ничего не мог сделать. Ну ничего. Ну нельзя занимать идеальную точку.